Рожак или Грим абсолютно невиновным. Я оправдываю его. Приказываю обвинение аннулировать и удалить все записи о деле. Обжалованию это решение не подлежит. И больше никаких сплетен, иначе будете наказаны мной лично. Все понятно? Что касается показаний под присягой госпожи Маргариты, мы заключили, что ей это должно быть привиделось. Так, сейчас же отправьте решение суда в Париж, пока бездумный рыцарь не потревожил этим бредом короля. Да, говори. Милорд, мне сообщили, что Жан де Каруш уже прибыл в Париж и в этот самый момент подает апелляцию королю.